Всем привет! Сегодня у нас будет слив, я думаю, нескольких топовых талантов, семерок-восьмерок, смотря что нам упадет. Постараемся достать новые таланты, прокачать их, если повезет. Если нет, так нет, будем ждать следующей акции, потому что мне, в принципе, особо, кроме кулаков, ничего не надо. А в этой акции на Орл талантов нам сегодня дают 2К кулаков. Ну и плюс я хочу все-таки прокачать новые таланты, если они выпадут, и потестировать, чтобы вы видели, понимали, есть ли смысл их качать вообще. Так, ну что, сегодня у нас будет слив от Арктики, прокачка интересного, думаю, героя. Посмотрим. Так, сливаем Арктику. У меня джели еще не улучшено, мы можем сюда слить. Я надеюсь, это она. Сейчас на всякий случай перепроверим. Да, тут все нормально, руны стоят, это она. Сливаем. Есть, да. Слили. Теперь делаем вот такую вот бочку. Открываем ее. Вот наша бочка с оживой 4. Сменить. Ну и все, и поехали. Как обычно, на стрелке будем ролить. Сменить. Мы ролим сегодня за самоцветы. Поехали. Нам надо воодушевление, в принципе, утекание. Посмотрел видео, хочу утекание протестировать на некоторых героях. Ну, как повезет. Так, ложный выпад. Все падает не то. Смотрю, пятерок даже нету. А давайте, знаете на ком? Давайте на Сидни паролем. Может, на ней что-то упадет интересное. Четвертое утекание нам не надо. Опять коррозия, четверка. Ну, четверки так ничего падают вроде. Пятерок так и нет. 10К и ни одной пятерки. Ужас просто. Давайте на бочке паролим. Что делать? У нас больше нету топовых героев. Так, грубая сила, все не то. Да давай уже пятерку, видите, что-то сегодня вообще печалька. Ужас просто. Пятый бег. Ну спасибо, GG. Так, пятый ожог. Ну, у меня, в принципе, некому пятый ожог ставить. Все уже прокачаны, кто надо с ожогом. Пятая коррозия. Рунами есть пятая корка. Тоже не надо. Так, тоже не надо просвещения. Не хотят что-то таланты падать. Не знаю, что не так. Ну, на бочке хоть более-менее падают.
Сменить. Ну, давай уже. Смотрите, четверки только падают, и все. Бастион. Ну, что делаем? Сливаем. Прощай, Бастион. Надеюсь, он кому-то из вас придет сегодня-завтра. Или уже пришел. Так. Ну, давай уже. Не хотят, не хотят новые таланты. Тяжелый удар. Тоже не надо. Блин, ну что, четвертое утекание. Надо пятая огненка. Тоже некому ставить. Хотя талант один из топовых. Давай. Замедление. Ставим на Фрейю. Потестируем опять на ней. Вдруг будет архидемон интересный. Так, заменить. Видите, опять седьмой талантик слили. Поехали дальше. У нас 12к еще есть. Сменить. Ну, вроде так, неплохие талантики упали, но... То, что надо, как обычно, не падает. А когда не надо, то падает все. Так. Ну, давай что-то. Не хочет, не хочет. В принципе, будут еще акции. Расходники я тратить особо не хочу. Интересно будет так на видео для статистики заснимем, посмотрим, что нам упадет. Ну а пока вроде мы 60к отроллили. И нам ничего толкового. Ну нам упало то, что надо. В принципе, одно замедление ради теста. Но... Как видите, новые талантики очень плохо падают. 203 раза. Так, забираем. И сейчас прокачаем бочечку немножко. Две тысячи. Это хорошо. Еще самики. И что у нас тут упадет? 5 рун таланта 8 уровня. Да, супер. Просто супер. Спасибо, IGG. Как обычно. Четенько вы мои просьбы вы исполняете. Только нам еще ничего не пришло. Ждем. Ждем, а пока чуть-чуть. Качнем нашу новую имбу, а завтра уже будем ее тестировать. Если вы хотите тест, ставьте, ребята, под видосиком лайк. Такую бочку вы еще не видели. Оп. Бочечка 12-12. Пока сделаем вот так. Посмотрим по тесту, возможно, и прокачаем на максимум. Так, призы мы с вами забрали. Даже неплохо, неплохо, я вам скажу, мы наварились еще 4к кулаков. Осталось еще кому-то можно будет после архидемона подкачать. На этих выходных будет у нас атака фортов, надеюсь, там мы сможем что-то интересное сделать. Так. Так, так, так. Есть. Начнем немножко ее по уровню. Улучшить. Ну, теперь с новой локацией проблем, думаю, с значками почета ни у кого нет. При хорошем задротстве. Так, немножко нам золота не хватает. Сейчас мы это исправим. Можно книги посливать, они в принципе копятся. У меня-то особо качать некого.
Так, 174. Сейчас переведу на 180, а там уже докачаем. Не хочу сливать книжки все. Как думаете, будет бочка тащить 12-12 с каменкой? Пишите в комментах, где вам ее затестить. Да, видите, у нас кризис начался. Теперь реально кризис золотом. Раньше было нормально, еще терпимо. Сейчас очень проблемно где-то найти базу и подфармить нормально. Папуля, 4000 всего золота, супер просто. 100 000, я просто счастлив. О, наконец-то дали. Нормально. Еще одного, и бочка будет на 10-й звезде. И будет звезда четкая. Так, есть. Вот такая у нас бочечка есть. Давайте немножко подкачаем ей просвет. Чтобы можно было руны нацепить. Так, 71 надо, да? Не вопрос, использовать, окей. Вот 71-й, 5-й артикани. Артефакты, конечно, к сожалению, мы использовать не можем. Ну, давайте ради интереса вот так вот. Может, в рейде нам кто-то сейчас попадется интересный. Без стрелка желательно, конечно. Но это не точно. Вряд ли мы кого-то слабенького найдем сейчас без стрелка. А у нас ее и на базе нету. Так, герой. Вот она, наша бочечка новая. Жесткая, жесткая. 12-12. Интересно, интересно будет на нее посмотреть. Сейчас она тут жестко всех раздаст просто. Но это не точно. Видели, да, что она сделала? Как она ушатала половину героев. Вот эта бочка, вот этот топчик. Смотрите, они просто пропали. Вот оно. Вот она новая имба, ребята. Это просто жесть. Давай, ушатай тыковку еще. Ай-яй-яй. Чуть Анубиса не слила из этого. Ну... Завтра будет тест полный. Надеюсь, вам понравилось. Такая шапочка. Такая бочечка. Так, давайте забытую быстренько откатаем еще. У нее было времени. Так, забытая битва. Как обычно, у меня не собраны пачки, но это не страшно.
Фрая тащит. А тут кто у нас затащит? А тут у нас никто не затащит. Тут варлок сейчас содержимым просто раздадут их. Да, вот так вот. Есть. Тут мы ничего не сделаем против Фреи. Или все-таки нагнем Фрею? Не думаю. Жесть. Вот это жесть. Вот вам огненный доспех. Реально четкая тема. Получается, он бьет по зоне, если Фрея близко, то он всегда с нее снимает каждую секунду 18 тысяч, плюс урон, если герои дальники. Как вариант против Фреи. Очень неплохой даже. Так, одержимый, давай включайся, пора их вырубать. Ну, вот, наконец-то наше новое... Дерево, дерево, что ж ты делаешь? Да, ушатайте уже. Да, отхила нет, стан идет, и мы сейчас даже не успеем все попытки, к сожалению, откатать. Ужас просто. Надеюсь, тут быстрее все будет. Вроде как да. Ну что, мы успеем еще одну попыточку? Да, сейчас мы Никулидзе. На Никулидзе. Так, Фрея, давай тащи их. Анубис просто против Фреи, ни о чем. Не знаю, если раньше он был там имба, сейчас, как видите, против Фреи очень сложно воевать. У вас даже может три героя быть, они зависнут просто на голубях и надо голубять от вас. Так, дерево нас... Подстава жесткая подстава от дерева была. Но Анубиса они, конечно, за 19 секунд не сольют. Ничего себе. Вот это они жесткие. Слили моего Анубиса. Ну, если еще эти сейчас сольют. Ну, тут, конечно, не Лео. Лео просто решает с 12-м скиллом. Она однозначно зарешала. Ну, хорошо, взяли больше 600. В принципе, одну попытку не успели откатать. Сейчас нам скажет время. Ну, ничего страшного. На минуту надо было раньше. Сам виноват. Так, ну, в принципе, бочечку убираем отсюда. Завтра настанет ее время. Поставим сегодня ради теста вот такого вот хранителя. Потестируем в дефе. В принципе, все. Пишите комментарии. Надеюсь, вы не забыли, что я вам в начале стрима говорил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем по имбо бочке. Все, до завтра. Всем пока.